Всем привет, с вами Александр и рубрика «Бодров цветовод». Сейчас покажу, что у меня происходит в саду и как продвигается все еще первая волна цветения роз в Подмосковье. Scent of Woman. Это у нас Royal Palace. Santé Royal очень огромные бутоны выдал. Но они от жары оплавляются. Не знаю, раз. А вот Эдит. Потрясающая роза, английская срезочная. Шикарные просто бутоны у нее абрикосовые. Очень долго стоят. Так, Маргарет уже завершает свою волну. Грейс. Очаровательная роза. Удивительно красивая. Очень-очень красивая роза Грейс. Так, вот у нас The Prince. Heavenly Pink. Расцветает. И потрясающая Ангела. Это все теневая клумба. Так вот, в таком состоянии. Распускается шикарная Black Baccarat. Потрясающая роза. Pierre Ardite или Ломоносов. Все еще так же красив. Медленно распускает новые бутоны. Роза Шилаби. Осенние посадки. Вот такой куст, он очень какой-то развалился. Ну, видимо, нужна ему, этому кусту нужна опора. А это Кейт, английская срезочная роза. Очень такой компактный, красивый куст. Здесь же Миранда, которую мы реанимировали. Маленькая, но очень красивая. А Джанелли роза. Готовится к распуску. Очень красивые резные лепесточки. Антик-антик. Мы уже срезали, готовится следующий. Пароли. Ой, какая красивая, шикарный у нее цвет. Такой малиново-фуксиевый. Вот такие вот у нас тут Вероники. Голубая высокая, розовая низкая. Котовник должен был быть белый, но странно, он не белый. Значит, пересорт. Вот этот белый. Белый. Вероника белая. На этой клумбе Шалфей решил, что он главный. Продолжает распускаться Мона Лиза. У нее там море бутонов. Чармин Пьяна. Wedding Piano, Black Magic, шикарная уже роза, огромные цветы, Red Piano распускается в этом году, у нее крупные бутоны, относительно крупные, и Pink Piano. Не очень обильные, так я смотрю, тут слепые отростки. Ой, побеги у нее надо будет убирать. И Misty Bubbles здесь еще. Так, Free Spirit. Мия Бича только-только готовится. Майра. Майра просто шикарно. Очень обильное ее цветение. Микота. Японская роза. На этой клумбе астранцы решили, что они главные. И занимают очень много сейчас места. Расцвел Огюст Ренуар. И в этом году это что-то нечто.
Прошедшей осенью я сказал этой розе, что, возможно, это последний ее год на этой клумбе, потому что ее бутоны очень сильно реагируют на дождь. И в прошлом году мы на самом деле не видели ни одного цветка. За весь сезон они окукливались, потому что только-только готовились, дальше шел дождь и все. В этом году, благодаря запоздалому цветению, она наконец-то выдает свою шикарную красоту и удивительно у нее красивый запах. Было раскрытие, она потрясающая, очень красивая роза Auguste Renoir. Так, Lovely Lydia у нас тут потихоньку распускается. Баскабель, верхние кисти распускаются у него. Роза Цумуги. Это японская роза, очень красивое у нее сложение, крупный цветок. Роза первогодка, синей посадки. Так, Констанс. Констанс шикарная, благодаря тому, что у нее разные оттенки от розового до белого. И очень красивая роза, друзья. Я прям влюбился в эту розу в этом году. Хотя нет, я в прошлом году уже влюбился, но в этом году она еще доказала мою приверженность к ней. Septet Isle уже завершает активную бурную. А вот еще одно произведение искусства, друзья, это роза Memorial Day или Parfum de Liberté. В этом году у нее просто невообразимо огромные цветы. Это просто что-то необыкновенное. Такие розовые, такие правильные формы, потому что в том году они были неряшливые. Это чудо. Минерва цветает. А вот еще одно произведение искусства. Роза, как вы понимаете, Эшли. Цветы у нее размером 15 сантиметров. Еще и кистями выдаются. Розовый, нежно-розовый цвет. Просто набор зефирок. Очень красиво смотрится. Deepwater готовится. Роза Пачули. Тоже очень интересная расцветка. Нежная сиреневая роза. Вот-вот мы увидим. Барон Эдмонд Ротшильд. Также в этом году очень красиво. Крупные цветы. Кахала. Пока готовится. Августа продолжает цвести. Мадам де Сталь. Интересная у нее расцветка. Такое выцветание есть. И ярко-розовый остается в серединке. Розаман Джанон пока еще не распустился. Бриоза. Очень красивая роза бриоза. И скоро у нее еще верхний уровень расцветет. И в этом году еще одно удивление. Роза Брауни. В том году цветки у нее были маленькие. Вот такие. Да? А в этом году она решила нас удивить цветом. То есть в этом году добавился розовый, потому что розового в прошлом году не было вообще. Роза Wild Blue Yonder. Так, Эшли с другой стороны, с Минервой. Роза Тельма. Тельма тоже распускается. В прошлом году она нас не вообще не удивила и даже разочаровала. В этом году будут кисти. И вот первый цветок. Очень красивый, нежный сиреневый. Леонардо да Винчи. Вовсю распускается. Бенджамин Бриттон уже завершает свое цветение. На этой клумбе все розы потрясающие. Начать хочу с Гартеншпас, которая дает обильное цветение. Все цветы разные. И желтые, и оранжевые, и розовые. И все светятся изнутри желтым светом. Просто красота. Здесь Бельведер.
вовсю тоже распускается. И гаранкабруль тоже начинает свою активную фазу цветения. Удивительно красивые кораллово-розовые цветы у нее. Здесь Эмильен Гио. Пока что все у нее цветение более внутреннее, то есть она пока еще прячет на нижнем ярусе. Шикарные свои яркие рыжие цветы. Коралл-желе тоже пошла распускаться. Очень красивые, долгостоящие, насыщенно коралловые цветы, которые слегка выгорают. Так, Викториан Классик. Шарики, которые трансформируются в тарелочке. Так, баронесса пока еще на нижнем ярусе цветет. А роза Дольчетта. Вот этот бутон уже, наверное, недели две стоит. Все готовится к распуску. Когда распустится, интересно, что получится. А это роза Blue River. Очень-очень удивительно серебристо-сиреневый цвет. Вот здесь целая кисть таких цветов. Capability. Мощная роза. А малиново сиреневые цветы у нее. То есть по мере выцветания она приобретает все больше сиреневый фиолет, сиреневый цвет. Карамель Антик. Роза осенней посадки. Шикарный крупный цветок. Оранжевой серединкой. Мне кажется, он еще и в полном распуске все еще разворачивается. Ну, гравити у нас здесь запаздывает. Каралуна готовится пока. Шикарная клумба. Потрясающие здесь цветы. Принцесса Александра Кентская. Сейчас у нее пик цветения. Очень красивые цветы. От бледно-розовых до насыщенно-розовых. И очень красивый куст. Роза, которая должна была быть Винчестер Кэфедрал, но, скорее всего, это какая-то другая роза. Если вы узнаете, у этой розы очень интересный цвет. Он не белый, он белый слоновой кости или слегка такой еле-еле кремовый оттенок. Вот такие вот у нее бутоны с кремового цвета. Вот такой у нее полураспуск. И вот такой полный распуск. Показывает серединку. Если узнаете, дайте в комментариях подсказку, что это за роза. Потому что я думаю, что это не Честер Кафедрал. А вот это вот Мэри Роуз. Она в том году уже, в принципе, нас порадовала. Очень красивые у нее цветы. Стоят 3-4 дня, но все равно они прелестные. Мэри Роуз. Английская роза. Этому цветку уже дня 4, и он все еще стоит. Роза Камелот. Роза с такими розовыми цветами, в которых есть пестринки. А размером очень большая. Вот роза, которую можно назвать лошадью, но на самом деле не очень она меня радует, потому что цветки стоят, мне кажется, всего лишь 2 дня, и не дает она такого пышного, обильного, одновременного цветения. То есть тут там какие-то вот цветочки есть, и все время разваленное уже, все уже отцветает быстро. Поэтому камелот пока меня не радует. Роза Симпати. Первый цветок готовится пока. Камера не передает удивительно красный, ярко-красный цвет, приглушает его. Тут у меня черенки, посаженные в августе прошлого года. То есть корни собственной розы. Посмотрим, как они себя будут вести. То есть одну зиму они уже пережили. Роза Аспирин.
пока нижний ярус у нее цветет, готовится верхний. Дьявол Демерс отцвел. Приор де Сан-Косм сейчас еще на пике цветения. Гирлянда Амур уже завершает пик своего цветения. Midnight Blue. Очень темная фиолетовая роза. Ой, какие красивые у нее нежные цветочки. Бургунди Айс. Шикарно она цветет в этом году. Очень обильное ее цветение. И даже цветки полумахровые. Так, это клумба осенней посадки, клумба красных и белых роз. Это Нина Вейбу. Очень красивая. Посмотрите, как она обильно выдает цветы. Цветы очень интересного красного цвета. Так, белый пока на бутонах. Изабель Ренессанс. И Лаваглют с мелкими красными, ярко-красными. Вот, Лаваглют, цветы как будто бархатные. Красный бархат. К сожалению, камера не передает чистого цвета этой розы. Так, Амаша Барбара, первый цветок. Винтер Лодж, один цветок уже развалился. И LD Bright White. Этот интересный цвет, красный с рыжинкой, роза Самарканда. Посмотрим, как она распустится. Так, вот здесь эта клумба, здесь у нас штамп. И на штампе три прививки. Такие спрейки белые с розовыми мазками. Здесь Яна привита, тоже спрейка. И какая-то малиновая роза. Не знаю, что это за роза. Так, а здесь у нас чайно-гибридный Гранд Амора. Или Супер Гранд Амора, не знаю, какая-то. Иоанн Павел II. Очень красивая белая роза. Роза, про которую мы думали, что это фольклор, но, скорее всего, это что-то другое. Если вдруг вы узнаете розу, напишите в комментариях, что это за сорт. Golden Tower распускается. Штертербекер тоже распускается. Афина свои огромные цветы распускает. Хайлендер он только растет пока. Потрясающий Чандас Бьюти. Запах здесь необыкновенный. Диметра анимированная. А вот это вот Пушкин. Ах, просто слова не могу найти подходящего. Шикарная роза. Просто какое-то произведение искусства. Нежно-розовый такой серединки цвет. Очень красивое сложение. А вот это, обратите внимание на эту розу. Роза под названием Матильда. Чайно-гибридная. Удивительный цвет. Такое ощущение, что это бумага, на которую разлили краски или чернила. Она выцвела и высохла. И вот такой цвет у этой розы. Очень плотная, стоит очень долго. В этот раз она выдала много кистей. Потрясающая какая-то роза. Именно оригинального цвета. А
на самом деле камера немножко приукрашивает, потому что она такая неяркая, как на камере. И здесь еще шукрани готовятся.